III веке от Рождества Христова жила на земле юная дева по имени Агриппина. Желала она более всего на свете стать невестой Христовой. Для того вела исключительно добродетельную жизнь, была чиста, как белый снег, и душой, и телом, всецело посвящая себя Господу. Но тот мир, что окружал Агриппину, та жизнь, устои общества того времени, все пытались сломить святую деву. Очередная волна гонений на христиан захватила и Агриппину в свою пучину. Представши пред судом, святая твердо исповедала свою веру во Христа, не побоясь ни мук телесных и ни смерти. Мучители, не зная жалости, избивали палками святую так, что ломались кости. Заковывали в цепи. Но ангел ей пришел на помощь и освободил от уз. Но мучения ее были слишком зверскими. Святая исповедница скончалась. Душа ее устремилась в небеса, к возлюбленному жениху своему, коему она была всю жизнь свою искренне предана. Шестое июля. День памяти мученицы Агриппины.